Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Гаранты безопасности жителей страны. В Самаре защитников Отечества поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. В Самаре готовятся к выборам президента. Члены избирательных комиссий адресно информируют горожан о предстоящем событии. Отличники учебы и те, кто проявил себя в научной, спортивной, творческой деятельности. В Самаре в торжественной обстановке вручили паспорта детям, которым исполнилось 14 лет. Они всегда готовы прийти на помощь стране. Сегодня в преддверии праздника в Самаре чествовали защитников Отечества. Для них состоялся концерт в окружном доме офицеров. Поздравить гостей приехали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Глава региона отметил отличившихся бойцов и жителей региона государственными и региональными наградами. Ветераны, сотрудники силовых структур, представители военно-патриотических клубов, юноармейцы. В зале собрались защитники Родины всех времен. В преддверии народного праздника Дня защитника Отечества гостей поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона особенно отметил тех, кто сегодня отстаивает честь и безопасность Родины на передовой. Дорогие друзья, не выразить словами ту гордость и благодарность, которую мы испытываем перед защитниками Отечества. Я хочу, чтобы вы ни на секунду не сомневались. Мы с вами, вся страна, верховный главнокомандующий и каждый гражданин России. Мы непременно будем оставаться для вас надежным тылом. Будем трудиться, заботиться о ваших родных и близких. Всеми силами приближать победный день. Ежедневно российские бойцы штурмуют вражеские позиции и совершают подвиги. Все это ради мирной жизни на родной земле. В субботу военнослужащие освободили Авдеевку. Теперь Донецкий город полностью под контролем российской армии. Особенно отличившихся бойцов и жителей региона губернатор отметил государственными и региональными наградами. Именно уроки прошлого формируют главные качества современного российского воина. Высокую боевую выучку, верность воинскому долгу, дисциплинированность, честь, отвагу и мужество. Как говорил Михаил Илларионович Кутузов, нет выше чести, чем носить русский мундир. Также вспоминали и тех, кто не вернулся с полей сражений. Память погибших почтили минутой молчания. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Погиб при исполнении воинского долга, но память о нем будет жить в сердцах. В школе номер 33 на мехзаводе в преддверии Дня защитника Отечества открыли мемориальную доску Устиму Леганцеву, погибшему этой весной во время специальной военной операции. В этой школе Устим учился с 1 по 9 класс. Для учеников школы провели торжественную линейку. На ней побывала съемочная группа «Событий». Был лучшим сыном, отличным братом, заботливым дядей, хорошим другом, готовым всегда прийти на помощь. Устима Леганцева не стало в 28. Он погиб, защищая родину. В память об Устиме в школе номер 33, где он учился, открыли памятную доску. Уходят лучше. Наш с вами долг – чтить память тех людей, которые проливал кровь за наше с вами мирное небо над головой. Дорогие ребята, чтите, пожалуйста, память. Вы знаете, что в вашей школе учился настоящий герой. Родные и близкие Устима, учителя, знавшие его с детства, не могут сдержать слез. Устим родился 7 октября 1994 года. В школе 33 на мехзаводе учился с 1 по 9 класс. Срочную службу проходил в Бурятии. После армии остался служить по контракту в должности гранатометчика. Ездил в командировку в Сирию. С 2020 года ветеран боевых действий. В 2022 отправился добровольцем в зону боевых действий на СВО. Служил в 31-й бригаде десантно-штурмовой бригады пулеметчиков. Погиб 15 мая 2023 года в Клещеевке во время проведения специальной военной операции. Сегодня в родной школе Устима учится его племянник Макар. Инициативу предложили семья Леганцева Устима установить такую мемориальную доску, и мы как бы охотно ее поддержали. Потому что действительно такие вещи, они развивают патриотизм в нашем современном
поколения. В нашей школе сейчас учится племянник Максима, он учится в 1-м Б-классе, вот, поэтому для нас это особо ценно и значимо. Я здесь вырос, и мы в одном поселке с ним выросли, он чуть младше меня, но я его лично знал. Очень хороший парень, большое горе в семье. В память об Устиме Лиганцеве провели торжественную линейку для школьников. Родные и близкие погибшего военного, учителя и ребята возложили к мемориальной доске цветы. Андрей Бессонов, Петр Паламеев. События. В Самаре продолжается адресное информирование граждан о предстоящих выборах президента. Напомню, они пройдут в стране с 15 по 17 марта. Проголосовать можно на избирательном участке, на дому. А если не получается прийти на свой участок по прописке, то с помощью приложения госуслуги можно сменить участок. Подробности расскажут наши корреспонденты. Добрый вечер. Участковая избирательная комиссия. Члены участковой комиссии каждый вечер совершают обход жителей. За 3 недели им необходимо проинформировать жителей более 1500 домовладений. Предварительно на всех подъездах, где есть доска объявлений, вывешиваются листочки о том, что это официально все, будут приходить люди, которые зададут вопросы. Не переживайте, это не мошенники. Указываются номера телефонов, и, собственно, по номерам можно уточнить всю необходимую информацию. Нам выдается комплект. Это сумка, где есть вся информация, собственно, это все заявления, бланки, весь материал, который мы можем людям раздавать. Также это бейдж официальный. Это значок, собственно, верхняя часть одежды, ну и планшет, все необходимое. Члены избирательной комиссии информируют жителей о проведении выборов президента с 15 по 17 марта. Регистрируют тех, кто изъявит желание проголосовать на дому по состоянию здоровья или по уходу за детьми. Для тех, кто будет голосовать не по месту прописки, есть возможность прикрепиться к другому избирательному участку. Человек может на госуслугах выбрать, именно там есть графа «голосование». И они могут выбрать именно тот участок, где они на данный момент находятся. Не в зависимости, где они проживают, чтобы им было удобно. Может, они находятся в командировке, может, они находятся в гостях, либо еще что-то. Ну, бывают разные ситуации. Прикрепиться там, где ему удобно. Лилия Ахметшина планирует проголосовать на своем участке. Пойдет вместе с сыном Дамиром. Ему уже 12 лет, и интересно было бы посмотреть на процедуру голосования. К тому, что в дверь стучат члены избирательной комиссии, относятся с пониманием. Ведь информировать жителей необходимо, особенно старшее поколение, считает Лилия. Я думаю, для людей, которые более пожилые, которые не имеют возможности обращения в СМИ, наверное, это уже очень удобно. Поэтому нам-то, конечно, телевизор, СМИ, интернет, брошюры всякие. Екатерина Богданчикова планирует пойти на участок с мужем и сыном Егором, которому 14 лет, и он уже юнармеец. Я считаю, что это гражданский долг любого жителя нашей страны, потому что от этого будет зависеть будущее нашей страны. Поквартирный обход продолжится вплоть до 7 марта. В будни стучаться в двери к избирателям будут с 16 до 21 часа, а по выходным и праздникам с 10 до 20.00. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Чем сегодня живут студенческие отряды Самарской области? Какие профессии осваивают и какие перспективы есть у движения трудовой молодежи? Об этом в рамках форума «Труд крут» говорили на заседании профильного координационного совета под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На встречу были приглашены не только профильные министры и ректоры университетов, но и работодатели, которые поделились своим опытом работы со студотрядами. Сегодня в Самарской области почти 4000 бойцов студенческих отрядов. Как отмечают руководители молодежного движения, от других они отличаются в первую очередь трудоустройством студентов. Самарцы в моменты, когда не учатся, работают на строительстве железных дорог, в детских лагерях, проводниками в поездах, на прокладке коммуникаций. Студенты, которые вступают в отряды, путешествуют по всей стране, от Крымского полуострова до Камчатки, потому что вакансии доступны по всей России, а некоторые участвуют в строительстве социальных учреждений в Турции и Египте. Итоги года для самарских студенческих отрядов обсудили на заседании профильного координационного совета под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Движение студенческих отрядов объединяет людей, конечно, особого склада. В каждом из вас кипит неукротимая молодая энергия, желание самореализоваться, стремление помогать сделать мир лучше. А на государственном уровне создаются условия для самореализации, создаются возможности. Не случайно Россия – страна возможностей.
совещании принимали участие профильные министры региона, главы муниципалитетов, в том числе и глава Самары Елена Лапушкина, ректоры университетов области, а также работодатели, которые активно сотрудничают со студенческими отрядами уже много лет. Они поделились своим опытом работы с активной молодежью. Часто бывают случаи, когда студенты, работавшие на той или иной профессии, затем приходят туда же работать и после выпуска. Предприятия также заявили и о готовности не просто принимать студентов, а еще и обучать их дополнительным навыкам. Это, конечно, плюсы рядом, которые дополнительные компетенции получают, но и компании, да, имеют такую серьезную кадровую поддержку, постоянно формируя все новые и новые отряды, которые в дальнейшем станут сотрудниками. На заседании Координационного совета обсудили вопросы дальнейшего развития движения. Среди них привлечение студотрядов к строительству международного межвузовского кампуса, потому что именно для студентов и реализуется этот проект. А также привлечение к ремонту и реконструкции детских образовательных центров. Потому что им, как вожатым, виднее, где какие объекты требуются, чтобы дети проводили свой досуг с комфортом. А благодаря развитию сотрудничества с движением первых, школьники смогут вовлекаться в суть работы студенческих отрядов. Задача стоит, и, конечно, здесь отдельно сотрудничаем с работодателями, понятные определенные дополнительные требования к рабочим местам. Но у нас запрос от ребят, да, учеников, которые хотели бы поработать, гораздо больше, чем все-таки сейчас места представляются. Давайте мы уже не откладываем. Разговор о студенческих отрядах проходил в рамках форума «Труд-Крут», который организован в честь дня, когда эти отряды и были созданы 65 лет назад. Студенты с тех пор принимают участие в каждой крупной стройке в стране. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре в торжественной обстановке вручили паспорта детям, которым исполнилось 14 лет. Это отличники учебы и те, кто проявил себя в научной, спортивной, творческой деятельности. Мероприятие организовано Самарским отделением движения первых совместно с Главным управлением МВД России по Самарской области. Студенту третьего курса Самарского кадетского корпуса МВД России Павлу Кузьминкову 28 января исполнилось 14. Пришло время получить первый главный документ гражданина России – паспорт. Вручение прошло в помещении Главного управления МВД России по Самарской области в торжественной обстановке. Это очень престижно – получать паспорт в Главном управлении Министерства внутренних дел России по Самарской области. У меня появятся какие-то новые права и обязанности. Ну, как-то более важно, наверное. Я смогу устроиться на работу, например, летом, получать официальную зарплату. На церемонии 25 кадетов и школьников. Это те, кто проявил себя в учебе, научной, спортивной, творческой деятельности. В эту важную для ребят минуту их поддерживают и сопровождают родители. Это один из этапов взросления, и я думаю, что мальчишки, девчонки сами в голове для себя что-то решают в этот период, потому что мы, родители, только поддерживаем их, помогаем им стать взрослее, а с документами они уже чувствуют себя более взрослыми, более ответственными и вступают на новую жизнь. Мероприятие организовано Главным управлением МВД России по Самарской области совместно с Самарским отделением общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Торжественная церемония вручения первого важного документа делается, естественно, для придания значимости, что человек является гражданином нашей великой Родины, великой страны, великой России. Чтобы каждый человек, получая паспорт, слушая гимн Российской Федерации, вместе всей большой командой его исполняя, гордился, что он является жителем Самарской области и Российской Федерации. В прошлом году в торжественной обстановке паспорта получили более 5000 детей со всей Самарской области. В этом году в планах организаторов удвоить цифру. Торжественное вручение паспортов будет проходить в каждом муниципальном образовании региона ежемесячно. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События. Жители поселка Кряж жалуются, что им приходится своими руками расчищать дорогу к дому от снега. Управляющая компания не первый год игнорирует жалобы и не выполняет свои обязанности. Подробности в нашем сюжете.
49-летний Дмитрий Стерляхин живет в 12-м доме на улице Спутника всю свою жизнь. Рассказывает, уже больше 5 лет каждую зиму вместе с соседями расчищает дорогу вдоль дома от снега своими руками, поскольку управляющая компания бездействует. Жильцы объединяются группами и чистят снег каждый вечер. На уборку уходит 2-3 часа. Сложнее обстоит дело с парковкой. Жителям приходится платить за аренду грейдера. Ни одного дворника с лопатой, мы здесь все жильцы, мы никогда не наблюдали. Собираем, около дома чистим, мусорки чистим, ну, чтобы всем соседям было удобно ходить. Вот. Ну, естественно, здесь вот площадка, чтобы все было убрано. Многие из жителей не видели не только дворников, но и руководство управляющей компании. Совещания, которые проводит администрация поселка Кряж, представители формулы ЖКХ не посещают. Здесь делают все своими силами. Вплоть до того, что даже сосульки с крыши, жители, они... сами. Административные комиссии внутригородских районов при участии управляющих микрорайонами собирают материалы на управляющие компании, которые выполняют работы по обслуживанию многоквартирных домов и прилегающих территорий некачественно или несвоевременно, или вообще уклоняются от них. Материалы направляются в ГЖИ или прокуратуру для принятия мер. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. Обсудили успехи, планы на предстоящий сезон и новые проекты. На базе молодежного многофункционального центра Самарской области прошла ежегодная встреча главы города Елены Лапушкиной с участниками команд КВН. Подробности расскажем в сюжете. Самарские КВНщики этот год начали с рекордов. Сразу 5 команд будут представлять наш регион в премьер-лиге КВН. Счастливчики определились на 35-м международном фестивале клуба веселых и находчивых «Кивин-2024». Он прошел в январе в городе Сочи. Приехали около 600 команд со всей России и стран СНГ. От нашего региона было заявлено 25 объединений. Все они продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионального мастерства. За успехи капитаны сборных, вышедших в премьер-лигу, получили благодарственные письма от главы города Елены Лапушкиной. Среди них был и Александр Прохоров. Молодой человек играет уже 6 лет. Признается, за это время успел горячо полюбить это занятие. И, кажется, на всю жизнь. КВН – это все равно крутое комьюнити, где у вас всегда есть о чем поговорить. Я думаю, в этом основной прикол этой игры. Но соперничество у нас идет до игры. А во время игры у нас чисто дружба, любовь, взаимовыручка, взаимопомощь всегда. Также в 2024 году официальная Лига Самары получила новый статус и стала называться «Центральной». Теперь команды из других регионов могут приезжать и играть с нашими ребятами. Это лига уже как бы с серьезной подготовкой команд, которые в следующем году будут играть в телевизионных лигах на федеральном уровне. Поэтому ответственность высочайшая. География команд от Калининграда до Ялты. Вот. Сейчас 80 заявок, это очень много, идет большая редакторская работа. Веселые и находчивые в перерывах между выступлениями занимаются и активной социальной работой. Отправляют в зону специальной военной операции гуманитарную помощь. Собирают все то, что так необходимо на передовой. Продуктовые наборы, теплую одежду, окопные свечи. А уже 15 марта ребята приедут в госпиталь, где проходят лечение солдаты. Нашим парням помощь нужна. Это наши с вами соседи, это наши с вами родные, это наши с вами друзья детства. И любое внимание, мне кажется, они будут за это крайне благодарны. Обсудили на встрече с главой города и ближайшие планы. По традиции, весной самарские КВНщики участвуют в месячнике по благоустройству. Субботники у веселых и находчивых проходят в необычном формате. Молодые люди не только помогают приводить территорию в порядок, но и показывают смешные конкурсы. Ребята пригласили Елену Лапушкину к ним присоединиться. А чтобы быть на одной волне, главе города вручили памятный подарок – яркое худи. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Константин Головин. События. Новаторство, актуальность образа, детали. В Самаре прошел городской конкурс театров детской и молодежной моды «Самарский стиль-2024». Свои коллекции представили воспитанники Центра внешкольной работы «Крылатый». Чем удивляли зрителей в нашем сюжете. Заявить о себе, показать, на что способны, поразить воображение зрителя. В Самаре прошел городской конкурс театров детской и молодежной моды «Самарский стиль-2024». Свои коллекции представили воспитанники ЦВР «Крылатый». Конкурс очень интересный, очень яркий. В преддверии весны всегда он приносит очень много радости и прекрасного настроения.
конкурс такой профильный, то есть это все-таки для детей, которые интересуются дизайном одежды, конструированием, стилистикой одежды. И, конечно, мы можем гордиться тем, что дети выходят от нас уже с таким взглядом на эти вещи, что зачастую очень многие выбирают себе профессию в будущем именно стилистов, именно дизайнеров. На конкурс было подано более 60 заявок. В первой части участники представили индивидуальные костюмы, во второй – коллекции театров мод. Жюри оценивало новаторство, актуальность образа, детали. Конкурс потрясающий, и в целом то, что «Крылатый» поддерживает непосредственно молодые, юные дарования в модной индустрии, это вообще круто. Уровень работ в целом очень достойный. У меня не было такого, то, что мне что-то жутко не понравилось. Все было супер хорошо, ровненько, но какие-то, конечно же, работы больше меня впечатлили, и, безусловно, дети большие-большие молодцы. Руководитель театра моды «Элегия» Олеся Элегина работает в «Крылатом» 10 лет. Недавно стала лауреатом областного этапа конкурса «Сердце отдаю детям». Рассказывает, в центре занимаются 70 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Работа ведется по двум направлениям. Сначала дети создают коллекции, а потом происходит их театрализация. Театр «Элегия» представил на конкурс две коллекции. Первая художественная под названием «Лови меня». И вторая в номинации «Костюм реальность» называется «Побег от серых будней». Коллекции рождаются у нас в процессе обучения. Дети сами у нас приходят с своими идеями, разработками, показывают педагогу, педагог уже смотрит, подсказывает, как это сделать еще лучше, еще как-то выразительнее. И совместно с детьми и педагоги мы рождаем уже коллекцию. Победители городского этапа поборются за победу на областном конкурсе «Лабиринт мод», который пройдет в конце марта. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События. В «Аврора Молл» торжественно открылся проект «Топ-дизайнер». Конкурс направлен на поддержку самарских и областных брендов одежды. Участие в модном соревновании примет 63 дизайнера. От новичков с опытом меньше года до профессионалов, чей бренд существует более 5 лет. Подробнее о проекте «Топ-дизайнер» узнали наши корреспонденты. В «Аврора Молл» прошло торжественное открытие проекта «Топ-дизайнер» для модельеров Самарской области. В конкурсе зарегистрировалось 63 участника. Среди них есть и новички, и профессионалы. Конкурс важен как начинающим, так и для профессионалов. Важно заявить о себе, показать себя, посмотреть на других, возможно, чему-то научиться. Участники делятся на три уровня – стартовый, базовый и профессиональный. Победители определят во всех трех категориях. Они смогут получить подарки от партнеров проекта и открыть бутик своего бренда в «Аврора Молл» с бесплатной арендой на полгода. Многие иностранные бренды ушли из России, но у нас есть достойный ответ. И мы, наша команда, решили поддержать именно наших самарских дизайнеров. Конкурс «Топ-дизайнер» проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и завершится в апреле. За это время участники посетят мастер-классы, приобретут новые навыки и обменяются опытом. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает о предоставлении единовременной социальной выплаты детям-инвалидам школьного возраста на приобретение компьютерной техники в размере 40 тысяч рублей. Информацию о том, какие документы нужны для постановки в очередь, можно посмотреть в карточках. В телеграм-канале департамента размещен список документов, которые нужно предоставить для получения выплаты. Администрация Самарского района сообщает о том, что состоялось заседание общественного совета микрорайона номер 9 Вознесенский, в котором принял участие заместитель председателя Думы городского округа Самары Сергей Рязанов. Темами для обсуждения стали достижения региона и района за последние 6 лет, участие жителей в проектах, помогающих в развитии благоустройства территории района, таких как губернаторский проект «Содействие», федеральная программа «Комфортная городская среда», районный конкурс «Твой конструктор двора», перспективы дальнейшего развития. В рамках заседания жителям микрорайоны рассказали о предстоящих выборах президента Российской Федерации, о возможностях системы «Мобильный избиратель», проведении трех дней голосования с 15 по 17 марта. Администрация Красноглинского района в своей традиционной рубрике «С заботой о здоровье» сообщает, что молоко не главный источник кальция. Диетологи называют 4 продукта, в которых его содержится больше. Сыр. Всего в 100 граммах пармезана содержится 1300 миллиграмм кальция, примерно на треть больше суточной нормы. Этот продукт богат белком и витамином D. Кунжут. Семена кунжута лидируют по содержанию кальция среди растительных продуктов. 780 миллиграмм на 100 граммов. Врачи рекомендуют добавлять немного кунжута в овощные салаты или выпечку. Атлантический
классические сардины. В 100 граммах этого продукта содержится 380 миллиграмм кальция. Консервированные сардины – источник омега-3 и омега-6. Эти элементы обладают противовоспалительными свойствами и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Соевые бобы, фасоль и нут – эти продукты содержат от 240 до 194 миллиграмм кальция на 100 граммов. Они являются источником растительного белка, железа, цинка и калия. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго.